занят. Мы с друзьями как-то сидели и воображали, какой может быть идеальный вечеринка. И я помню, я рассказывала, я хочу вечеринку, на которой играет классный рейв, который мне нравится, на которой люди будут голыми, но это будет не просто емля, а люди будут голые, и это будет красиво, мы будем разрисовываться. И когда я потом пришла, она видела, что все мои мечты просто уже выпустили в реальность, и уже давно. И в моем восторгу реально не было предела. Я думаю, вау, как же это круто.